Сейчас. Братцы, братцы, а? Чё же деться-то, а? Вспомните, какая была стая. Мы были беспечные, веселые. Мы ржали и дурачили с самого утра все уроки подряд. Мы никогда не расставались, мы на самом деле держались как стая. Я всегда мчался в школу, как Валька теперь на свои свидания. А ты, Валька, а? Ты же был веселый, легкий человек. Ты от любви, как говорил товарищ Маяковский, надо мосты строить и детей рожать, а ты тоже. Стая. Не успели вылететь на воле, уже холодно, неуютно нам, да? Ветер и дождь. А что же дальше будет? Будем сидеть в тапочках у телевизора и ругать своих детей за двойки? Будем приходить в школу по дому по два через 10 лет, как приходит теперь бывший 10-классник. И не будем детьми, не будем жить чувствами. Не скучно на вас смотреть. Человек влюбился, а мы устраиваем панихиду, и он сам сидит, как покойничек. Это вместо того, чтобы петь. Вместо того, чтобы устроить свадьбу. Ромео и Джульетта, давний Сахлой. Да неужели мы хуже этих средневековых пацанов, а? Разве не так же стучат наши сердца? Разве не 36,6 нашей крови? Да прокаженные мы, что ли, или уроды? Да если бы я влюбился, меня запустили бы в космос, то я бы сказал бы: «Земля! Земля! Ты слышишь меня, Земля? Я так люблю эту женщину!»